Всем привет, добро пожаловать в весну. Пожалуйста, посмотрите налево. У нас сегодня 22 марта, академический, белый снег, все падает, идем в магазин. Кто-то парковочку себе чистит. Кому нужна двушка? Двушка с отделкой за 27 миллиона. У-ху! Как его много. Главное, не все чистит, только чуть-чуть кусочек. Нас засыпет снегом, нас засыпет. Домов вообще стри. Да, их не домов видно, как туман. Итак, мы уже на подземной парковке. Скоро снег закончится. У Саши он уже закончился. Идем к входу. У нас спецзадание сегодня. Закупаемся всеми продуктами. Будем делать роллы. Первый раз будем пробовать. Как думаешь, получится у нас роллы или нет? Получится, да? Ты же сам сказал, что получится. Ну, я уверен в тебе, поэтому должны получиться. Хочешь есть, умей вертеться. Куда едешь? Идем в Ленту. В Ленту? В Ленту. Главное выбрать, собрать игрушки. Честно. Что сказать честно? Я нормально выгляжу. Норм. Потянем. Да. Скидки, 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 скидки. Мы по скидкам ничего не покупаем. Пошлите все весну, весну, весну. Весна, лето, весна. Я думала посидеть, знаешь, там типа. Вот, вот там можно. Первое. Нам нужна пленка. Лицо вот так заматываем. Крабовые палочки. Сложный выбор. Мы выбираем икру мойвы или икру мойвы. Я выбираю копченую огурцы. С мойвы все было намного легче, а здесь куча зеленых огурцов. Они уже обмороженные такие, не очень хорошие. Может быть, пупырчатые? А что они такие? Такие, да. Динь-динь-динь. Ау! Нифига себе. Он меня уколол. У нас для того, чтобы купить овощи или фрукты, нужно их взвешивать на весах самому. И Саша опоздала. Но Саша, Саша. Суши, нори. Вот нори, ты искала нори. Вот. Нори. Нормально, да, бери такую. Да, норм будет. Угу. Нам нужно добыть уксус рисовый, но он очень далеко. Иду такой по магазу, а тут мокрый пол оказывается. Ничего себе, ладно, пойду дальше, главное не подскользнуться. Очень сложный выбор, очень. Стоим, выбираем сыр. Прошло полчаса. Еще полчаса. А еще в магазине есть птички. Вот. Мы нашли завершающий ингредиент – кунжут. Ну чё, идем готовить весенние роллы. А нас все заметает и заметает. Главное завтра это, тут до 10 этажа, да? Да, до 10 не насыпет. Там же горы такие.